С сентября этого года сотрудниками отдела надзорной деятельности и работниками администрации Конаковского района проводилась работа с населением по разным направлениям. Одно из них – месячник безопасности, главная цель которого – предупредить гибель детей на пожарах. Проводились мероприятия, беседы с детьми на тему пожарная безопасность. Также было предложено детям написать тематический диктант «Пожара. Наша беспечность». Диктант написали 2038 учеников 5-8 классов школ города и района. Для самых маленьких, воспитанников детских садов, регулярно устраивают экскурсии в пожарную часть. На одном таком мероприятии побывала и наша съемочная группа. Вместе с детьми из подготовительной группы Конаковского сада номер 9 мы знакомились с работой пожарных. Пожар, да? Вот тут вот залезать, что ли? Да, вот тоже здесь залезать. А наверху смотрите, что у него специально. Мигалка! А для чего нужны мигалки? Подобные мероприятия проходят и в рамках Дня безопасности, который устраивают в каждом детском садике. Беседы проводят не только с детьми, но и с родителями о том, как обезопасить ребенка от несчастного случая, связанного с огнем. Но экскурсии к спасателям все равно остаются самой интересной формой работы с детьми. Мы договорились, что рука? Не трогаем. Я тоже хочу. Так, руками не трогаем. Также в этом месяце сотрудники ОНД провели операцию «Отопление», в рамках которой проверили готовность объектов и населенных пунктов к началу отопительного сезона. Проверялась подготовка котельных и иных теплогенерирующих установок, находящихся в Конаковском районе. Главам администрации были направлены письма о необходимости реализации мер по профилактике пожара в частном секторе, в бесхозных строениях и местах возможного проживания лиц без определенного места жительства. Также распространялись памятки о соблюдении мер пожарной безопасности при печном отоплении и другими электронагревательными приборами. На данный момент началась работа в рамках операции «Новый год». Формируется список объектов, задействованных в проведении праздника. Каждый из них тщательно проверят.